Новосибирск может стать центром подготовки юных фигуристов. В нашем городе планируют построить крытый каток. Он станет базой для школы фигурного катания имени Виктора Кудрявцева. Это российский тренер, который воспитал больше 100 победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России. Муниципалитет готов вкладывать деньги, чтобы в этом прекрасном помещении занимались в том числе и муниципальные школы. И также на базе этой школы будут также развиваться спортсмены, будет рядом интернат находиться, для того, чтобы уже дети потом могли получать, так скажем, более высокие результаты. И я думаю, что для Новосибирска, конечно, это очень знаковый проект. На катке будет качественное ледовое покрытие, специальные залы для занятий хореографией, общежитие для проведения сборов и соревнований. Место для строительства пока еще не выбрали. Ожидается, что проекту будет присвоен статус федеральной экспериментальной площадки. И в ближайшее время планируется восстановить бассейн «Дельфин» в Пашино. Сейчас здание разрушено. Минимальный объем вложений в реконструкцию бассейна – 25 миллионов рублей. Спортивный объект будет восстановлен за счет частного подрядчика на условиях концессионного соглашения сроком на 20 лет. Мы надеемся, что это будет реализовано на условиях концессионного соглашения, то есть инвестор вкладывает средства, в течение определенного периода самостоятельно эксплуатирует этот объект, после чего передает его мэрии.